Сегодня у нас 28 ноября. Вот брат Владимир идет на почту. 4 трёхтомника несет. Ну, еще там 5 книг открытым оком посылает. Да благословит Господь, чтобы все сохранилось. Во славу Божию. Вот он пошел. Все это утащи туда, вот в сумке-то. Сколько он уже переносил. В разные места отправляли. В Америку, в Скандинавию, Бразилию, Австралию, Францию, Германию, Испанию. То есть очень далеко. Книги наши. Благослови его, Господи, Боже мой. Я встану. Вот идет на почту. Сейчас узнаем номер идентификационный. И сегодня же сообщу. Люди после пересылают сначала деньги, квиток фотографируют. Я деньги должен получить, а потом отправляют, он машет рукой. Владимир Александрович Пащенко. Трон. Вот так. Вдоль нашего дома. Аминь. А вот вчера я полынь наломал, и вот она у меня стоит, полынь воткнутая. И в забор 5 веточек. Если ветер, они колышутся, я не выходя из дома, уже знаю. Все. Вот оно что. Интересно, я первый том, когда стал готовить, это притом по просьбе людей все время. Вот они книги. Открытым оком. Первый, второй том, третий, четвертый, пятый, шестой. Это трехтомник вот этот отправляет. Полное толкование Нового Завета по всем святым отцам с откровением. 3 тома по 752 страницы. Здесь же 320 по 8. 3 8, 20, 240. Иллюстрации Гюстава Доре, мы раскрашивали их. И вот это. Я первый том даже не подписал, просто книга. Вот книга, потом видно, что я рукой подписал его. Вот он первый том. А второй уже второй. И получилось 33 тома, а думал один будет. Потому что я много вел занятий в университетах, 5 институтах. Да. В воинских частях, 5 отделах милиции, в городском, краевом УВД, 3 радиопрограммы вел, и по телевидению еще. Вот так. Это Володя ушел, тут все теперь на столе осталось. И вот так, милостью Божией, эти книги были написаны. Ну, а кто их будет читать, дескать? Кому они нужны это? Ну, которые недруги. Ну, я же не говорю Булгакова, рукописи не горят. Это я и не думал. Это. Покупаем «Газель». И от Владивостока до Лиссабона прошли. В каждом городе, везде, за рубежом. Королевские библиотеки взяли даже, хранятся книги. Как они могут изъять? Да, можно изъять. Ну, что-то может, можно, но не все. Библиотеки Ленина у меня в Москве, в исторической библиотеке подарены, парламентской, в Киеве, в национальной, парламентской. Ну, более 600 только проехали мы за 3 года. 600 городов и сел. 600. Нет, это нельзя изъять. Книги видели в библиотеке у Путина, патриарху. Это трехтомники, для слова Божия нет уз. Для Слова Божия нет уз. Это как бы автобиографичность, как ключ ко всем книгам. Вот так.
Эти вот книги как раз сегодня Володя понес. Уже все кончаются, книги-то подарены, это все библиотеки. Через книги они на моем сайте здесь, во свете Библии сайт книги. Кто желает, так зарядите по-русски. Сайт «Открытым оком во свете Библии». Я сегодня еще один раз посмотрел вот, про Вольфа Мессинга. Еврей. И какой талант играет князя. Фамилию взял себе. Ну, псевдоним. И вот через минуты две посмотришь и понимаешь, что это не артист, а именно сам Мессинг. Ну, что значит еврейский? Образ играет еврей. Очень удачно избрали его. А вот играет Михаил Ульянов. Георгия Константиновича Жукова. Я уже через минуту понимаю, никакой это не Константин. А вот понимаю, ну просто это нельзя сыграть так. Вот как Шарикова. Ну, сейчас он его играет, артист. Ну все. Забываешь через минуту. Нет, это Шариков. Именно такой вот есть. А другой он, я знаю, это Ульянов, а не Жуков. Притом та же сожгли его, как преступника какого-то, вот, фашистских преступников судили и сожгли, и Жукова сожгли. Вот. Это попутно сказать. Вот сегодня я опять посмотрел. Вольф Мессинг, Вольф, Волк. Сколько душ он погубил, этот Вольф Мессинг. От кого не знал до конца, от Бога это или откуда. От Бога говорил, а дальше-то не говорил. Нечистая сила. Как сейчас, сегодня мне скинули здесь, я могу сказать даже, может быть, я что-то недопонял, но это не там, а вот где. Это Вольф Мессинг. Какой же я хотел показать-то? Ну да, это вот Вольф Мессинг. Я могу вот здесь вот сказать. Да, это правда. Вот. Ролик скинули мне. Москва, Дарвиновский музей. Припевает, сидит какой-то. Вот интересно, о чем причина гибели группы Дятлова? Выступает мужчина, и на всем протяжении одна женщина там выкрикивает им все, и вот только об ней какие здесь отзывы. А впереди у них на ролике канал «Во свете Библии открытым оком». Это мои тут, я говорил, что... Полный ответ на этом форуме. Форум наш. Эти Дятлова, всю группу убили, их погубили бесы. И вот они, да, это правда, те самые, кого инопланетянами величают. Вот дальше идет Андрей. А дальше, да что же это за глупая баба там вечно покрикивает? Курица тупая за кадром. Ну а дальше уже крыса мирская чушь молотит. А тема уводит Вадима, убрать некому. Ну и дальше ее матерками уже кроет. Она все время кричит и кричит, сидит, никого нет, чтобы ее... Ну вот я дослушал, и вот в конце он говорит такие слова. Может быть, я ошибаюсь, вот послушайте, самая концовка. В конце. Вот они говорят, сидят тут. Он вот этот в зеленой рубашке, этой, без рукавки. Он говорит, а женщина там, он вот это вот. Ну, Наталья звать. Концовый, слушайте внимательно, что они скажут сейчас, после всего разбора. Так, ну что, можно... Хорошо, давайте вернемся к нашим проблемам.